Привет вас. Молодец, молодец, Петр Алексеевич. Просто молодец. Слышал вчера его выступление? Гениально, просто гениально. Значит, безработных вырастет на 300 тысяч. Не потому, что это выдумка, Гройсман решил поднять минималку в два раза. Не потому, что у нас предприятие закрывается. Нет, не потому. Не потому, что у нас сворачивается бизнес. Нет, не потому. 300 тысяч. Все, запомнил. ВВП упадет на 2%. Да, все, уже не рост, уже все, падение и так дальше. Доллар вырастет, да, но правда не сказал, насколько вырастет, но уже сегодня там обсуждали 40-45, так что вот, ну я думаю, больше 30 не будет, но действительно. То есть, все замечательно, все разваливается, но кто виноват? Правильно. Ну, понимаете, попередники уже не катят, слишком долго было. Путин уже надоел, есть новые стрелочники, блокада. Виноваты те, кто блокирует зону АТО. Причем, понимаете, со слов Порошенко получается следующий курьез. Вот они блокируют поставку угля. Обращение на поставку угля. Теперь вся экономика разваливается. Оказывается, вся экономика Украины до этого держалась на поставках угля зоны АТО. Ничего себе! Это его слова. Гениально! Но как толпа? Как толпа? Вот почерк Майдана. Вот талант. Что не умел делать ни Ющенко, ни Кучма, ну не Янукович тем более. Вот, как только они видят, что все развалит, они уже точно поняли, что 2017 год будет провальный. Организация блокады. Причем, понимаете, преподносится так, что вот они к блокаде никакого отношения не имеют. Там случайно, то есть некие стрелочники. И решить они ничего не могут. Нет, не могут, никак, никак. Вот есть блокада и все. И по этой причине в этом году экономика. Ах! Но они не виноваты. Молодцы, молодцы. Слава великому гетьману, Петру Алексеевичу. Слава. Молодец.